Здравствуй, школа! В Иванове образовательные учреждения торжественно начинают учебный год. 1 сентября, в День знаний, ребята традиционно выстраиваются на линейку. В 30-й гимназии праздник начали с отличным настроением. Ребят встречали герои фильмов и сказок. В этом году у нас более 4000 первоклассников и общий контингент школьников 40400. Это рекордная цифра за последние 10-12 лет. Конечно, большая работа была проведена, чтобы наши дети пришли в комфортные, современные условия. Очень постарались педагоги, директора. Много здесь детей, которые идут первый раз в первый класс. В новой форме, с улыбками, первоклашки нетерпеливо ждут первых уроков. Сегодня их радостных и немного смущенных привели за руку родители, которые переживают, пожалуй, больше начинающих учеников. Среди волнующихся пап первоклашек в этом году и мэр города Владимир Шарыпов. Сфера образования всегда является предметом особой заботы у руководителей города, но теперь я точно стану в ней лучше разбираться и надеюсь, какие-то улучшения от этого сама система образования получит. У меня самое главное, какое впечатление вообще о наших всех школах, нам самое главное обеспечить равный доступ к получению современного образования во всех школах города. И, конечно, работать над созданием нового комфортного пространства для обучения. А для некоторых школьников этот год в родных стенах будет последним. Первоклашкам эти ребята кажутся очень взрослыми, хотя 10 лет назад выпускники также стояли впереди на линейке и получали первые слова напутствия. И я обращаюсь к 11-классникам. Хочу сказать, что в вас за 10 пока лет вложено очень много. И это будет очень трудный год. Вам надо будет определиться, куда вы будете поступать. Вам надо будет блистательно сдать экзамены, как сдали ваши предшественники. Несмотря на то, что одни школы проводят торжественные линейки в субботу, а другие в понедельник, День знаний остается по-настоящему ярким и праздничным событием. Мария Метлицкая, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.